Поддержать экологическую эстафету по уборке Петропавловска решили сотрудники радио «Дача Камчатка». Они подхватили призыв сделать город чище брошенной организации «Эко Камча». Камчатская краевая экологическая организация «Камча» при поддержке горожан и образовательных учреждений призывает всех любящих свой город сделать его немножечко чище. И мы передаем эстафету субботников радио «Дача». Давайте. Ура! В эту пятницу в 14:00 на ответный субботник выйдут сотрудники радио «Дача Камчатка». Мероприятие состоится на территории возле супермаркета «Мега» на Тушканово. Организаторы рассказали, что присоединиться к ним могут все желающие. Инвентарь, необходимый для работы, предоставят коммунальные службы. После наведения порядка сотрудники радио «Дача» планируют передать эстафету по уборке Петропавловска своим коллегам по медиацеху.